Я являюсь руководителем проекта в компании «Первый бит». Собственно, это компания 1С Franchising, то есть разработчик программных продуктов на программе 1С. На данном докладе мы выступаем вместе с представителем компании «Неотек» Артемом Сериковым. Очень приятно, добрый день. Хотелось бы немножко про себя рассказать. Основные вещи о нашей группе компаний, то есть, как вы видите, мы представляем из себя группу компаний, то есть есть КС-проект и нет таких, как отец. Особенность наша заключается в том, что мы часто сталкиваемся как раз с тем, о чем сказал Алексей, то есть с крупными КС-проектами, которые обладают определенной спецификой, о которых еще будет рассказано сегодня. Это самое вот. И основной нашей особенностью, наверное, является то, что приходится работать с большими объемами данных в сжатые короткие сроки по одной простой причине, что... По одной простой причине, что это обусловлено тем, что из себя представляет любой крупный КС-проект. То есть вот здесь мы представили наиболее общую информацию, которая характерна для любого масштабного мероприятия. То есть это объемы около 50 тысяч страниц, это оборот от полумиллиона за год долларов, это более 2000 заказов в рамках этих этого объема в размере 50 тысяч страниц и существенное вовлечение ресурсов, то есть это минимум от 12 исполнителей по направлению перевод, это огромное количество исполнителей вообще в общем и целом на проект из-за того, что они обладают определенной спецификой, даже если один и тот же заказчик, но там могут различаться и тематики, и специализации, и направления. И это достаточно существенные расходы на менеджмент. То есть это минимум где-то рабочие группы. Вот здесь вот указано, что это около 10 менеджеров. На самом деле я немножко поясню, что это рабочая группа, которая включает в себя и менеджера, и редактора, и корректора, и еще добавляются сотрудники отдела верстки и так далее и тому подобное. То есть, как мы видим, работа с крупными проектами предполагает наличие определенной инфраструктуры, потому что входные параметры таковы, что, грубо говоря, с простым линейным способом, да, там просто набрать исполнителей, всем раздать, потом собрать, свести, то, конечно, таким образом успеха на поприще работы с крупными КС-проектами вам, конечно, не видать. Вот, теперь поясним, что же хочет от нас обычный заказчик, который позиционирует себя как крупный заказчик, который дает нам крупный проект. Прежде всего, как правило, у нас любимый дедлайн, это что называется вчера. То есть всегда это точно в срок, всегда это должно быть быстро однозначно, потому что это обусловлено внутренними потребностями заказчика. Далее, если заказчик реально крупный, серьезный, то он считает, что один как бы тот факт, его обращение к нам уже достаточен для того, чтобы спрашивать надлежащее качество на всех этапах, независимо ни от того, какие он нам поставил сроки, независимо от того, какие он нам поставил рамки, он хочет, чтобы все было хорошо. И самое главное, так сказать, логика заказчика, она заключается в том, что если я даю большой объем, то я хочу существенную скидку. Таким образом, мы резюмируем. Особенности крупного КС-проекта заключаются в чем? Это сжатые сроки, большие объемы, существенное отношение заказчика к качеству и большие скидки. Собственно, основной вопрос, который все, наверное, себе задавали. Какими же ресурсами должна обладать компания, чтобы иметь возможность выполнять такие проекты? Условно, мы выделили ключевые аспекты, которые необходимы для того, чтобы выполнять эти проекты. Собственно, использование систем ТМ. Я думаю, все знают, что такое система ТМ.
Ну, наверное, ни один крупный проект из них не окупится. Ну, на рынке довольно много существует различных систем ТМ. Это Trados, Transit, Practicount. Но вот компания Neotec работает со всеми. На каждом проекте используется своя система, и каждая по-своему уникальна. Налаженное управление ресурсами. Ну вот мы видели, сколько ресурсов необходимо, в первую очередь человеческих ресурсов. До 130 человек — это очень большая команда диггеров, которые копают проект, и тут надо очень иметь слаженную систему управления такой командой. Вклад каждого в стоимость страницы. Ну вот Артем не зря сказал, что, собственно, заказчики большие просят подешевле. А что такое подешевле? Если у вас нет расчета себестоимости страницы, то подешевле может оказаться, ну, совсем дешево, что может оказаться крахом для компании. Все это мы считаем невозможно без автоматизированной системы. То есть это, собственно, та система, которая должна являться сердцем вашей компании и позволять, соответственно, управлять ресурсами, считать себестоимость, ну и работать с любыми системами ТМ, то есть помогать вам выполнять крупные проекты. Вот, на этом слайде, как нигде, это самое явно показано, то, с чем любая компания может столкнуться в случае, если она допустит ряд существенных ошибок. Это то, о чем частично я рассказывал на секции на своей вчера. Вот, то есть именно, так сказать, обратная отдача от масштаба. И здесь указаны типовые виды ошибок, которые являются следствием того, что не было должным образом проанализирована информация, и самое главное, у компании нет инструмента работы с крупными заказами. Вот это типовые ошибки. То есть увидели большие объемы, заказчик попросил скидку, руководство подумало, что ну ладно, объемы-то большие будут, ну и ладно. Но в итоге размер скидок оказался таков, что себестоимость оказалась выше, чем выручка от реализации, ну и со всеми вытекающими последствиями. Далее. Компания, которая не обладает инструментом для работы с крупными заказами, соблазнилась тендером, приняла участие, скинула цены, начали работать и пришли к выводу, что без инструмента, с помощью которого можно планировать, невозможно выдержать сроки. Даже если не ошиблись по ценам, по срокам, наступает этап контроля качества, опять-таки, учитывая, что нет инструмента, отсюда и не всегда, так сказать, удается обеспечивать то качество, которое хочет заказчик. Ну и как следствие имеет место неслаженная командная работа, то есть сложно управлять без, так сказать, инструмента достаточно большим пулом исполнителей, сложно собирать информацию, в какой-то момент времени начинаешь забывать о том, на какой стадии находится работа, у какого исполнителя это, когда она, это самое, значит, уже должна быть им исполнена и поступить к тебе. И все это приводит к тому, что изображено на фотографии внизу, то есть то, что компания не осиливает проект. Со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями. Ну, на примере работы с компанией Neotec мы решили выделить следующие процессы, которые просто необходимо автоматизировать. И без автоматизации этих процессов работа с крупными заказчиками, ну, мы считаем, невозможна. Подбор кандидатов. Ну, ключевой процесс, который, соответственно, ищет те самые ресурсы вам на проект. То есть это непосредственно грамотное формирование вакансий, тестирование кандидатов, общение с ними на всех этапах и формирование той самой базы переводчиков, как правило, там, внештатных, которые готовы быстро завтра начать подключаться к проекту. Коммерческое предложение. Ну, всем известно, что заказчик, особенно крупный, хочет получить стоимость примерную, точную завтра, а лучше сегодня, а лучше вчера. Соответственно, он нам прислал пару документов и говорит, а сколько всего будет стоить проект. Соответственно, если ваша система не умеет быстро рассчитывать стоимость и планировать сроки, то этот ответ вы дадите, ну, с большой долей ошибки. Как правило, заказчик цепляется за эту стоимость, и дальше уже поднять ее не получится.
Соответственно, эта ошибка может стать критической вплоть до потери тендера, проекта и так далее. Непосредственно сам процесс письменного перевода. На больших проектах очень важно управлять распределением объемов. Но, как правило, известно, чем больше проект, тем у нас больше входной информации. То есть это масса файлов. Например, там, я не знаю, диск с тысячами файлов, которые надо перевести. Безусловно, если это делать линейно, там один файлик сегодня, второй завтра, то проект мы закончим не скоро. Поэтому, соответственно, параллельное выполнение работ требует грамотного распределения всех этих файлов между переводчиками. Они должны быть сгруппированы по тематикам, по направлениям перевода, ну и так далее, чтобы это было эффективно. Не менее важно это подбор переводчиков. Имея большую базу переводчиков, необходимо их как-то классифицировать. Они должны быть все ранжированы по оценкам, по опыту работы, по знанию тематик и так далее. Без автоматизированной системы это сделать невозможно. Контроль исполнения. Ну, он необходим на всех этапах. Как правило, здесь ключевая ценность системы – это использование малых штатных ресурсов, но в нужных местах. Как правило, там 1, 2, 3 штатных редактора могут, соответственно, проконтролировать довольно большой объем перевода, если они имеют какую-либо систему делать это эффективно. Ну и последний момент – контроль оплаты. Как правило, чем больше заказчик, тем он хуже платит, потому что он считает, что он надежный, он хороший, и заплатит завтра, все подождут. Соответственно, контроль выставления и счетов, и дебиторской задолженности – это ключевая функция, которой должна обладать любая система управления большими проектами. Мы хотели вот, собственно, рассказать более подробно о системе комплексной автоматизации iPi. Дальше мы расскажем, почему она так называется. Данная система является нашей собственной разработкой, я являюсь ее разработчиком. Ну, Артем, соответственно, является представителем заказчика, который успешно пользуется этой системой уже довольно долго. И ты принимал самое активное участие в разработке вообще архитектуры данной системы и, собственно говоря, основной ее, как говорится, философии. На этом слайдике мы хотели немножко рассказать историю создания системы. С компанией Neotec мы сотрудничаем больше 10 лет. Наше сотрудничество началось в 2003 году, еще с очень старой версии 1С77. Те давние-давние годы мы разработали систему с нуля для них, которая успешно решала большинство задач. Компания Neotec на тот момент была не очень крупной компанией, но уже имела задатки лидера, которые сейчас проявились. Ну, хочется отметить, что система 7.7, которую мы тогда разрабатывали, до сих пор работает. Есть компания Phonetics, которая успешно ее использует до сих пор. То есть компания Neotec передала ее в пользование эту систему, они до сих пор на ней работают. Ну, непосредственно в 2005 году было принято решение разработать новую систему, которая бы отвечала другим стандартам качества, которые, соответственно, были приняты компанией Neotec. И семерка уже не могла это делать. Вот непосредственно в 2007 году мы смогли разработать систему, которой, собственно, и дали название iPi. Почему iPi, я расскажу немножко позже. Хочется отметить, что вот с 2008 года система работает в компании Neotec, она не претерпевала существенных изменений, база данных уже довольно большая, система работает успешно. Непосредственно только сейчас мы решили ее вывести на рынок, потому что это был туз в рукаве, то есть козырь компании Neotec как ключевое решение, которое нельзя подавать. На текущий момент данная система доступна всем. Мы считаем это очень интересным стратегическим решением. Вот на этой диаграмме, собственно, и видно, почему система называлась iPi. В переводе это означает Information Pie, то есть информационный пирог. Система задумывалась как модульная система, которая, соответственно, задействует все основные модули переводческой компании. Каждый модуль является определенным кусочком такого большого пирога. Если его, собственно, съесть целиком, то будет очень вкусно. Но ключевой, собственно, кусочек пирога – это письменный перевод. Это в целом подсистема, которая управляет всеми процессами письменного перевода, от получения заказа и, соответственно, до получения денег за перевод.
Также система умеет работать с устным переводом, с тиражированием, имеет полностью модуль управления персоналом. В основе лежит процессное управление, то есть на каждом этапе дальше мы видим, идет управление всеми процессами компании. Есть отдельные веб-решения, без которых сейчас не обходится ни один продукт. Это непосредственно кабинет клиента, то есть клиент может делать удаленно заказы. Место переводчика внештатного, как правило, который может через веб выполнять заказы. Также не менее ключевой является система управления файлами перевода, которая позволяет на любом этапе управлять всеми переводами. Исходные данные, переведенные данные, ну и так далее. Передавать их с этапа на этап. Ну, дополнительно в системе есть еще много других подсистем, более мелких. Ключевая особенность нашей системы состоит в том, что система базируется на процессном управлении. Таких систем на рынке автоматизации практически нет. Чем это отличает систему от других? Ну вот на картинке видно, собственно, схемка, которую все, я думаю, умеют читать, нотации DF, то есть это, соответственно, последовательность выполнения операций. То есть практически на каждом этапе коммерческое предложение, письменный перевод, устный перевод, подбор переводчиков, система сама знает, что надо делать. То есть в систему заложены уже все правила бизнес-процессов, и система знает, на каком этапе кто из сотрудников должен подключиться. То есть она знает это сама на основе бизнес-правил. Как показывает практика, на текущий момент мы эту систему успешно внедряем у других заказчиков, но бизнес-процессы оказываются довольно универсальными. То есть компания Neotech явилась настолько разносторонним поставщиком услуг, что практически охватывает очень широко различные ситуации, они все учтены в бизнес-процессах. То есть различные условия, поведение там, бизнеса, влияние всевозможных ситуаций, все учтены в системе. Да, ну теперь немножко расскажем о том, что же происходит в системе в процессе исполнения проекта. То есть, как мы видим, здесь на этом слайде представлена последовательность операций, каждая из которых нашла свое отображение в нашей информационной системе. Ну, начинается все с автоматической регистрации объектов перевода, которые заводятся в эту систему. Затем система осуществляет оценку объемов по каждому объекту. Объект, чтобы было компонентно, объект перевода — это отдельный файл. Вот. Группировка объектов для того, чтобы уже приступить к этапу непосредственного исполнения работ. Оценка, верстки объемов и так далее. И, собственно говоря, непосредственно начинается формирование заказа. То есть вот то самое, что наверху, мы с вами провели предпроектную подготовку. Затем уже, когда у нас заказ разбит на сегменты, разбиты на объекты перевода, начинается этап формирования заказа, начинается распределение уже теперь непосредственно вот этого проанализированного объема по конкретным работам, работы распределяются по рабочим операциям, начинается этап непосредственного исполнения работ, затем, после того, как все работы выполнены, начинается этап закрытия работ, контроль качества, проверка, передача результатов заказчику. Система автоматически после того, как работа закрыта, вот это на самом деле, если есть представители финансовых отделов, либо если есть сейчас в зале представители подразделений, которые занимаются взаиморасчетами, то здесь очень важный момент, что система контролирует и предотвращает необоснованное начисление выплат исполнителям, то есть до того момента, пока работа не закрыта, и рабочая операция еще находится в процессе исполнения, то система никаким образом не позволит начислить задолженность перед исполнителем. Значит, после того, как все закрыто, система смотрит, какие это были исполнители, отсылает к коммерческим условиям работы, потому что они могут различаться в зависимости от исполнителя, то есть в систему еще закладываются контрактные условия работы. Исходя из индивидуальных условий работы, система начисляет суммы задолженности кредиторской и самостоятельно устанавливает момент оплаты.
Потому что отсрочки тоже индивидуальные, это все зависит от конкретного исполнителя или же от группы исполнителей. Вот, таким образом реализован блок работы с кредиторской задолженностью. Затем в момент выставления счета, который может быть выставлен точно так же, только на полностью закрытую работу, если работа не закрыта, система не даст ничего сделать. Значит, наступает этап выставления счета, то есть, грубо говоря, формируется наша дебиторская задолженность, которая точно так же формируется с учетом индивидуальных особенностей работы с тем или иным заказчиком. То есть, опять-таки, система отсылает на коммерческие условия, смотрит, какие договорные отношения у нас установлены с тем или иным заказчиком, и на основании этого она уже рассчитывает сумму, которая причитается к оплате, устанавливает сроки, графики и, собственно говоря, контролирует и постоянно сигнализирует о том, что данная задолженность не погашена, и это является дополнительным инструментом контроля очень важного для нашей отрасли показателя, такого как дебиторская задолженность. Хочется еще раз отметить ключевые особенности нашей системы. Электронные анкеты. Прием на работу непосредственно через нашу систему. То есть это на сайте есть отдельный раздел, куда заходит внештатный переводчик, который желает у нас работать. Непосредственно там он имеет полную анкету. Где учился, как женился, где образовал знания по переводу, какими владеет всякими знаниями, тематиками и так далее. Самое важное здесь, что анкета сформирована согласно требованиям на вакансию. Менеджер может сформировать любую вакансию под проект конкретный, даже в том числе. Эта вакансия будет быстро набирать переводчиков. При этом можно сформировать под эту вакансию индивидуальные тесты, которые будут проверяться опытными сотрудниками компании. В зависимости, опять же, от проекта эти менеджеры могут быть разными людьми. Быстрая оценка объемов перевода, то есть, она достигается за счет полноценной интеграции с системами ТМ. То есть работа идет с логами систем ТМ, практически все существующие на рынке системы ТМ присутствуют, также несложно расширить их список. То есть система автоматически считывает логи и по логам сразу создает объекты перевода. Объекты сразу уже имеют практически большинство параметров, то есть язык перевода, физические страницы, эффективные страницы, там объем в коэффициентах различных систем ТМ, там 100%, 90% и так далее. В зависимости от настройки системы можно использовать эти показатели для ценообразования. То есть вы можете быстро практически одним нажатием кнопки оценить, какой объем физически имеет документ, а также какой объем эффективный для перевода имеет документ. Это дополнительный рычаг для ценообразования. То есть, на самом деле заказчик может, например, об этом не знать. Здесь немножечко, Алексей, уточнение. Здесь интеграция объемов у нас идет с помощью механизма ТС. Практикаунт – это система подсчета. Да. Просто механизмы говорят, Trados, Transit. Механизмы используются только логи этих систем. Да, то есть, естественно, сами системы используются непосредственно в переводе. В данном случае система, конечно, учетная, поэтому она не занимается непосредственно переводом. Но так как она интегрируется с логами этих систем, это позволяет ускорить именно расчет коммерческих предложений. Потому что на это можно завязать цены, прайс-листы, скидки и все остальное. То есть, автоматический подбор переводчика на работы. Что здесь имеется в виду? То есть понятно, что если у вас в Excel ведется список там 150 переводчиков, то быстро найти, какой же из них занимается китайским языком, довольно трудно, да, там, то есть, и при этом он еще умеет писать. В системе можно все эти характеристики навесить на переводчиков, быстро по ним фильтровать, и более того, система показывает только подходящий набор переводчиков на данную работу, что существенно снижает работу менеджеров. Сотрудник не выбирает из 200 переводчиков, он видит только 10, которые, в принципе, могут выполнить эту работу, потому что заданы такие критерии. Эти критерии можно, опять же, произвольно настраивать. Ключевая особенность хранения и транспортировка файлов на всех этапах перевода. Очень сложно разобраться с ошибками, когда вы не имеете исходников. Вы на входе получили файл, начали его переводить, один, другой, третий, редактор, переводчик, корректор, верстальщик, на выходе получили какой-то файл, и вы вообще не знаете, кто виноват. В данном случае система на всех этапах хранит свою версию файла, к ней можно всегда вернуться, можно быстро эту ситуацию поднять, можно переделать любую работу.
Более того, она автоматически передает файл с этапа на этап. То есть только как переводчик нештатный, сидя в Китае, перевел ваш файл какой-то, нажал кнопку ОК, автоматически этот файл видится на рабочем столе редактора. Не надо никаких писем электронных, там, извинений, здрасте, я все перевел. Система сама автоматически уже положила ему файл и сказала, теперь, пожалуйста, проверь заказ номер 15, все готово. После того, как редактор проверил заказ номер 15, если у вас по схеме перевода больше никого нет, заказчик сразу получает уведомление. Ваш заказ готов, можете скачать заказ там по ссылке какой-то, вы молодцы. Ну, то есть все вот эти ситуации можно автоматизировать, это существенно уменьшает работу менеджеров, особенно на больших объемах. Потому что вот эти звонки, пересылка, почта, которая лично не работает, как бы, да, они существенно снижают сроки работы. Веб-клиент исполнителя. Но при работе с большими заказами очень важно иметь веб-интерфейс, чтобы заказчик видел и отслеживал статус исполнения заказа. Принят его заказ или нет, где он находится, какая часть его выполнена. Все это можно сделать через веб-кабинет исполнителя. Также в автоматическом режиме он может сформировать новые заявки, которые тут же попадают менеджеру на перевод непосредственно. Это был веб-кабинет заказчика. А веб-кабинет исполнителя непосредственно имеет очень важную функцию, что исполнителю сразу доставляется через веб все, что ему нужно делать. То есть непосредственно кроме исходного файла он получает справочную информацию, логи там, или накопленную память систем ТМ, или необходимую еще какую-то информацию для выполнения его работы. Все это формируется в одном zip-файле, он его скачивает, там же фактически... Всю информацию видит. Ну, непосредственно диаграммы Ганта — это ключевой инструмент планирования. То есть они встроены в систему на всех этапах и позволяют контролировать сроки, ресурсы и так далее. Следующий. Ну, теперь я немножко расскажу буквально коротко о том, какие управленческие решения возможно принимать с помощью нашей информационной системы. То есть система позволяет на выходе анализировать информацию по следующим логическим блокам, по следующим модулям. То есть это вся статистика, связанная с производством, то есть то, что мы назвали анализ перевода. Но основные показатели, с помощью которых мы можем оценивать эффективность и оперативность нашей работы, это быстрота обработки заказов, можно рассчитать длительность операционного цикла, оценить количество активных заказов, проанализировать портфель заказчиков, то есть периодичность обращения, частоту обращения и так далее. Значит, отфильтровать и получить отчеты по тематическому критерию. Что касается финансового блога, то здесь мы можем оценивать, пожалуй, наверное, самые важные показатели. Это прежде всего анализ рентабельности проекта, анализ рентабельности компании в целом. Ключевые показатели эффективности, которые мы для себя разработали. Очень важный отчет – это прогноз оплаты счетов, то есть это платежный календарь, с помощью которого мы сможем избежать возможности вероятности возникновения кассовых разрывов. Мы можем спланировать наши денежные потоки с помощью системы, а учитывая, что мы работаем в условиях достаточно большого количества заказчиков без инструменты автоматизации, спланировать платежный календарь, но это практически это сложно при условии, что как бы численность финансового отдела она более чем ограничена. Вот. И отчеты также, и система также позволяет прогнозировать нашу выручку на основании, скажем так, незавершенного нашего производства, то есть она учитывает те заказы, которые находятся в работе, и показывает, сколько мы получим на выходе. Система также позволяет осуществлять планирование, то есть это отчеты по загрузке ресурсов. Мы понимаем, что когда кто у нас освободится, на что мы можем рассчитывать, исходя из нашей производственной базы. И, что немаловажно, тоже система позволяет анализировать информацию, связанную с нашим штатным персоналом. То есть и внештатным. То есть по внештатникам это отчет по нашему портфелю исполнителей, то есть опробованные, неопробованные, ранжированные по... грубо говоря, по значимости, по качеству загрузка менеджеров и так далее и тому подобное. То есть, резюмируя сказанное выше, весь аналитический блок представлен
достаточно широко и позволяет принимать решения как в области управления персоналом, так в области управления ресурсами и, самым главным, с финансовыми нашими показателями. Я думаю, мы довольно подробно рассказали про систему. Сейчас вот можно видеть на слайдах, как она выглядит непосредственно внешне, то есть это непосредственно интерфейс системы. Ну, например, это карточка кандидата, то есть мы видим полностью его прайс-лист, по которому он с нами работает, чем он владеет, устный, письменный перевод, что умеет, с какими тематиками работать и так далее. На этом слайде мы можем видеть непосредственно рабочую операцию, то есть это задание переводчику на выполнение работы, то есть подготовку чертежей, кому, чему, длительность, которую система рассчитала сама, исходя из скорости работы переводчика. Ну, здесь видно как бы непосредственно систему расчета денег на выплату переводчику. То есть переводчик за какой заказ, сколько денег, по каким курсам, чего, куда и зачем. Вот в данном случае видно как раз непосредственно диаграмму Канта по расчету сотрудника, то есть видно занятость сотрудников при подборе на перевод. То есть вот в таком виде как бы можно посмотреть, какие даты, часы, минуты заняты переводчики у вас на проекте. То есть, соответственно, можно работать с любым интервалом, там, часы, дни, месяца. Там. Это общая диаграмма исполнения перевода. То есть вот в данном случае, например, это типичная схема исполнения перевода. Да? То есть сначала сканирование, подготовка изображений, потом непосредственно перевод, редактирование, верстка, корректирование. То есть таких схем в системе может быть очень много. Например, у Неотека используется больше 50 различных схем, под каждый проект своя. Они могут учитывать параллельное исполнение, последовательное, ну и всевозможные другие варианты. Система также имеет свою уникальную систему качества, которая позволяет балансировать ошибки. То есть можно на любом этапе найти виноватых. То есть достаточно пользователю обратиться к классификатору, и все ошибки, которые он находит на своем этапе, например, редактор нашел какую-то ошибку графическую и так далее, система автоматически знает, что эту ошибку мог допустить только верстальщик, например. В этом случае у менеджера будет целая обосновательная база для применения штрафов, там, других либо наказаний, как бы при расчете зарплаты. Это, собственно, сердце системы бизнес-процесса. То есть вот такие схемы лежат в основе каждого документа. То есть, ну вот очевидно видно, что там заказ сначала поступает к менеджеру, потом он может пойти там, к начальнику отдела, к начальнику отдела верстки, ну и так далее. То есть вот в таком графически понятном интерфейсе работает любой сотрудник, то есть на любом этапе он понимает, каким винтиком он является и чего он, собственно, сейчас делает. Вот в виде таких отчетов можно на самом деле увидеть полностью анализ выполнения любой работы. Со временем полностью до секунды. То есть таким образом вот компания Neotek смогла найти очень много мест узких и устранить в своем процессе. Например, неэффективная процедура выставления счетов, которая требовала перевыставления их по 10 раз, потому что менеджеры допускали ошибки. С помощью системы этого систему оптимизировали, и сейчас счета выставляются практически с первого раза. А это, тем не менее, на больших проектах могут быть довольно большие затраты. Там курьер приехал, уехал, обратно поехал, да, там и так далее. То есть, также такие графики позволяют накопить любую базу, там, если вы разбираетесь с сотрудником. Неэффективно работает менеджер, неэффективно работает переводчик. Система дает вам любую показательную базу, потому что там видно лог его работы, да, не сделал, там, не пришел там, и так далее. Наш доклад подошел к концу. Если у кого-то остались вопросы, мы можем сразу на них ответить. Также вот мы раздавали раздаточные материалы, листовки и так далее. То есть там есть все наши контакты, мы с удовольствием ответим после конференции на них в любое удобное для вас время. Есть вопросы? Есть возможность не покупки системы, а ее аренды? На данный момент мы не рассматриваем такую возможность, хотя, в принципе, это возможно. Система требует внедрения и настройки под ваши процессы, да, то есть, поэтому в любом случае это некая проектная технология. Да, там, то есть, поэтому я думаю, что пока мы не рассматриваем аренды. Следующий вопрос. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, лицензия идет на все время или по побивайте, хожу как-то?
Нет, лицензия идет разовая, при покупке больше вы ничего никуда не продлеваете, то есть никакой арендной платы по лицензии нету. То есть это общая политика всех продуктов 1С, мы ее, собственно, придерживаемся. Еще вопрос? Скажите, пожалуйста, а есть ли возможность в этой системе что-то добавлять вот конкретно под компанию? Да, это как раз нас очень сильно отличает от всех конкурентов, то есть, потому что система 1С – это своего рода среда программирования. То есть мы можем учитывать любую уникальность и развивать систему в любых направлениях. То есть все процессы можно переписать, можно добавить свои отчеты, можно добавить свои там новые какие-то ответвления. Там, например, сейчас мы внедряем эту систему, где используется дополнительно еще там торговля синхронным оборудованием. То есть мы написали отдельный модуль по продаже синхронного оборудования. Все получается в рамках одной системы. Вот. Поэтому тут как бы ограничений нету, и рынок 1С это показывает. То есть на текущий момент у нас более 40 решений на платформе 1С для разных областей и более 120 тысяч успешно внедренных проектов. Каждый проект обладает какой-то индивидуальностью и уникальностью. Да, в любом случае. Еще одна вопрос. Еще раз, я, скажите, пожалуйста, еще по апдейту программы. Если, например, на Windows 7, да, а потом появится другой Windows, будет ли она работать? Да, в данном случае вы являетесь пользователем 1С, и, соответственно, 1С выпускает бесплатные апгрейды своей платформы под любые Windows. Ну, то есть вот практически как бы уже более там, 15 лет такая практика используется, и пока проблем не было. То есть, ну, я думаю, то есть сейчас есть версии, вот и в данном случае данная версия, она работает на всех версиях Windows, там и 7, и 8, и там 2005, и там еще старые какие-то, 3.1, там, наверное, не работает. И еще один вопрос. А планируются ли какие-нибудь курсы для обучения менеджеров с работы с системой? Это первый вопрос. И второй, интеграция с MemoQ. По поводу курсов, система имеет очень детальную документацию. Это 5 документов объемом, в общем, объемом 400 страниц. То есть там, соответственно, ну, довольно детально. Вот. Дополнительно мы готовы провести любое обучение, внедрение и все проектные этапы, как бы, да, то есть в том числе менеджеров там, и других сотрудников там, компании. Вот. С точки зрения любых других систем, как бы, ну, я уже сказал, что интеграция возможна с любой системой, как БТМ, да, там, то есть в том числе, которые назвали вы, да, то есть система любой, ну, то есть 1С умеет взаимодействовать с любыми форматами, XML, DBF, текстовые, то есть этого достаточно для интеграции с любыми источниками на рынке системами. А система умеет передавать файлы? Как делать? Передавать файлы в транс, например, создать проект в транс. Нет, вся интеграция с Stratos'ом заканчивается как бы на интеграции с логами, да, там, то есть передачу в Stratos, ну, непосредственно осуществляет либо исполнитель, либо менеджер, да? Проект заводится в разных Есть единое хранилище файлов на сервере, которыми оперирует 1С, как бы, да, то есть непосредственно быстрая кнопка позволяет быстро спозиционироваться на этих файлах. Ну, и это позволяет довольно быстро их затащить в любую систему ТМ, как бы, да, и с ней работать. Ну, то есть, в принципе, это все выглядит очень логично и быстро, и не требуется вот этих дополнительных операций. Но, опять же, можно это доработать, как бы, да, в большую сторону автоматизации. Но мы посчитали, вот даже не мы, наверное, заказчик больше посчитал, что в этом нет необходимости, соответственно, это делается и так удобно стандартными средствами Windows. Да, там все легко. Один вопрос. Ctrl A, кинул в Stratos. Какая вообще цена вопроса? На текущий момент цена вопроса 400 тысяч рублей как бы за весь пакет. То есть в дальнейшем, ну то есть это включает все модули системы, все веб-интерфейсы и так далее. Понятно. Да, вопрос еще второй. По поводу ограничений, то, что система не позволит сделать все, система не позволит сделать другое, причем это, в общем-то, говорилось как преимущество системы, но я считаю это ограничениями, которые мне, например, точно не нужны, даже наоборот. Поскольку легко это будет убрать. Ну, вы знаете, как без обид будет сказано, но как можно делать систему, если там нету защиты, ну, скажем, это мягко, от глупых и непонятных ошибок. Нет, это... То, что я называл как раз, это была именно система защиты от ошибок. То есть, причем, но опять-таки, это все индивидуально. Если вы считаете, что вам не нужно, конечно, блокировку ставить на то, чтобы у вас работа не закрыта, а счет уже выставлен. Ну, я не знаю. Ну, тогда мы это можем отключить, это без проблем. Заказчик звонит и говорит, вот сейчас появилась возможность выставить счет на эту фирму на такую-то сумму, а остальное мы рассчитаемся после завершения работы.
Или с переводчиком иногда. В общем, просто нет, подождите, но если он хочет внести предоплату, создается счет на предоплату без завершения работы. Не окончательный счет, а счет на предоплату. Это в Бугураде. С переводчиками надо рассчитываться по мере работы, а не после уже. С переводчиками надо рассчитываться по тем условиям, которые указаны с ними в договоре. Ну это уже другой вопрос. И если, если с переводчиком указано, что в договоре рассчитываемся по мере, то система будет так с этим же переводчиком рассчитываться. Чтобы исключить именно вот какие-то вольности, которые в принципе нарушают вообще договорные отношения. Да, Артём немножко как бы дает, потому что это реально очень больной вопрос на внедрение любой системы, и с Неотеком мы очень долго эти прописывали все запреты. Я на самом деле считаю, что это действительно преимущество системы, как разработчик других систем в том числе. То есть система, которая не имеет защиты от дурака, она довольно быстро как-то вот перестает выполнять свои функции. Безусловно, у любой системы есть понятие администратор, есть понятие обход любых запретов, как бы, да, там, то есть есть понятие настройка. И вот за счет этого можно обеспечить гибкость. Но понимаете, как дисциплинировать систему пользователей, когда он не может выставить деньги исполнителю за то, что не должен. Это правильно, понимаете? Пользователь начинает просить, там, это все, потом у меня бабушка заболела, перечислите мне 100 рублей, там, это все потом вам аукнется. Поэтому, если он скажет просто-напросто, система мне не дает это сделать, все, бабушки выздоравливают, и вопрос закрывается, потому что система не дает это сделать. Или переводчик теряется? Нет, это вряд ли, потому что переводчик подписался на эти условия работы. Коллеги, это просто, да, это уже вопрос дискуссионный, здесь мы сейчас не говорим о специфике отношений с нашими основными ресурсами, поэтому давайте сейчас, так сказать, не будем уходить в топик. Так, еще вопросы? Если вопросов нет, давайте поблагодарим Алексея и Артема за их презентацию. Большое спасибо.